Привет, привет, дорогие друзья! Сегодня хотел сказать, как правильно лечить грибок ногтей. Значит, был опыт лечения грибка ногтей, но все они как бы очень трудно, если ногти уже запущенные, то тогда как бы что ни делай, особо ничего не помогает. Одно время неплохо помогал микоспор, набор для удаления ногтя. То есть там в тюбике был крем, и его берешь, наносишь, заматываешь в пластыре палец, значит, проблемный. И он так несколько дней делаешь, потом ноготь вроде как он размягчается, сходит, он по итогу потом отваливается. Но чуть-чуть не долечили, он опять развился и все такое как бы прочее. На самом деле, тут ключевой момент в том, что, конечно, самое главное, это не принимать никакие таблетки от грибка ногтей. Поэтому вы... Если идете к врачу, он, скорее всего, если врач, ну, сейчас таких процентов 80 будут, значит, этих врачей-кожников там, которые назначат вам принимать таблетки типа термикон, тербинофил, тербинофин, как там они называются, какие еще бывают, скажи. Флуконазол. А, может быть, флуконазол в таблетках и прочие. Они просто убьют вам печень и все. Они вам... Печень убьют вообще, она будет, вы будете инвалидом потом. Будете весь желтый, печень будет у вас, вы ее загубите, и ее потом неизвестно, восстановится она не, но вы намучаетесь, в общем. Поэтому, если уж на то даже пошло, то лучше жить вообще с грибком ногтей, но не пить таблетки ни в коем случае только. В этом как бы истина. Потом, просто вы потом осознаете, но будет уже поздно. Вы будете говорить, да лучше бы я, если бы я знал, что оно настолько плохо будет, и так это будет, то я бы этого не делал. Так вот, лучше я предостерегаю вас заранее. Никогда не пейте никакие таблетки от грибка ногтей, вообще от любого грибка. Не надо пить таблетки, они травят организм, они куда угодно воздействуют, все убивают вокруг. Они, может быть, и убивают в том числе и грибок, но оно точно того не стоит. Любой грибок нужно лечить только местно. И нет такого, это все мифы, что типа грибок может жить где-то там. Вот, допустим, если он в ногте есть, он максимум может быть вот в самом ногте, и, допустим, где он входит, вот это вот ложе ногтевое, которое как бы корень его вот чуть-чуть туда под кожу заходит, он там еще, да, может быть туда грибок, но чаще всего даже он туда не проникает. Чаще всего такого как бы, ну, все равно он сойдет, как бы, если вы даже вместо будете его лечить. Самое, в общем, тут первое дело, нужно ногти стачивать, то есть вам понадобится вот такая вот пилочка. Вот для ногтей вы берете теплый тазик, воду слегка горячеватую, туда размешиваете соды. Я не скажу вам, какие пропорции примерно там, ну, так, чтобы, ну, я не знаю, ну, сколько там, ну, треть пачки там, ну, довольно-таки, ну, или нет, это много, наверное, ну, вот так, чтобы, да, ноги погрузились в воду, и получается, наверное, пару столовых ложек кидаете туда, и кусочек мыла еще, чтобы оно тоже там, какого-нибудь хозяйственного отрезаете кусок. Или постругать его и туда, чтобы оно... И главное, тогда получается, вы парите минут 30-40, ноготь размягчается. Потом вы берете вот такую пилку, вот они продаются там во всяких ритуалях, в каких-нибудь магазинах. Обычно вот как наклеена, какой-то вот ерунда, вот эта вот наждачка. Такую, разные пилки. Можно где побольше этот наждак, где поменьше. И получается, стачиваете эту пластину ногтевую. И все. Потом, после того, как вы сточили ее по максимуму, как вот только возможно, и, соответственно, этот грибок там на ногте тоже, он чисто механически убирается, у вас она останется тонкая и маленькая, там, ну, вы не сможете, вам будет больно, когда вы доточите все, что-то оттуда, там уже, понятно, вы будете задевать мягкие ткани, там, как бы, чтобы вам надо, чтобы комфортно было, чтобы... И потом ногти, значит, высыхают, вы их просушиваете, обрабатываете потом спиртом каким-нибудь, муравьиным спиртом, обычным спиртом, и сверху покрываете его лаком, для противогрибковым лаком каким-нибудь хорошим. Но мы использовали, действительно, походу он самый сильный, вот такой лак. Это вот лак Батрофен. Вот Батрофен, он, правда, как бы дороговатый. Сейчас, беру телефон сюда. Он, вот этот Батрофен, в таком тюбике там удобно. Он открывается, откручивается. И на нем на конце там, сейчас он не открутится, ладно, не буду его откручивать. Вот Батрофен. И он, там на конце кисточка уже, и вот удобно, его открутил и сразу ногти им покрыл. И вот он действительно очень хорошо душит, он получается уничтожает там почти все, ну не почти все, да, наверное, вообще все, какие только бывают виды
этих специальных там грибков, названий вот этих там. Они против всех он активен, он их всех, получается, убивает. И вот получается, вы так его сделали, потом через какой-то момент времени вы берете там, ну даже не нужно, он через неделю где-то следующий раз опять вы берете, делаете распарку. Даже жидкость для снятия лака не нужно, потому что он уже как бы весь туда войдет, питается, сойдет, пока вы будете ходить. И опять делаете распарку, опять чуть-чуть какой-то вот такой пилкой после распарки, теплая вода с содой и с мылом. Снимаете опять какой-то слой ногтя, не, хоть небольшой, если уже... И опять покрываете лаком, и так несколько раз. И грибок полностью уйдет, это 100%. А вообще я видел, можете тоже на ютубе посмотреть, есть удаление ногтя в косметическом кабинете, что-то такое, что там просто берут... Ну, и там просто ноготь, да, пораженный грибком, его просто берут, и там какой-то как инструмент вращается такой железный, и она его аккуратно, получается, просто весь берет и убирает, она его стачивает, но, по-моему, там, может быть, как бы его чуть-чуть замораживает, чтобы не больно было, и также его аккуратно она берет и стачивает, там от ногтя вообще ничего не остается, только, наверное, где корешок остается, но потом, получается, если даже там грибок, он отрастает дальше, там тоже лаки применять, еще что-то, то есть можно ноготь, любой ноготь, его можно просто тупо сточить, и все. И такой способ борьбы, это наиболее эффективный. Стачивать и покрывать. Стачивать и покрывать его чем-то. А, у вас вообще, это я рассказал вообще вам про тяжелый вариант. А, если у вас простой вариант вообще грибка ногтей, то есть там ноготь не черный, весь какой-то прям ороговевший, толстый, там весь как у Бабы-Яги там какой-то, ну страшный ноготь, то тогда получается вам достаточно всего лишь, вообще даже всего, что я рассказал, не делать, просто брать йодом, пропитывать ногти, день через день йодом прям конкретно накрашивать, чтобы он прям цвета йода был ноготь. Ну там он будет просыхать, он будет сразу светлеть. Но вы сразу прям конкретно пропитываете его, берите ватную палочку, йод, обычный йод, и красьте ноготь, ну прям пропитываете его, заливаете этим йодом. И все, и у вас просто грибок ногтей пройдет за неделю, за 10 дней, может за полмесяца, но точно пройдет гарантированно. Если у вас не особо там прям сложная, тяжелая форма, то у вас просто йод, обыкновенную, он 100% вылечит. То есть тоже это проверено, в такой легкий случай грибка проверен, он точно помогает. Поэтому не нужно ни в коем случае, тут видите, как все просто, и не нужно внутрь какую-то химию тянуть. А то вы, получается, пойдете, как бы всегда, надо к врачу. Врач, как бы, скорее всего, сейчас они, вот эти, которые терапевты, это они медленно просто, немедленно, они как бы калечат вообще людей, делают их инвалидами. Получается, даст вам этот курс там, они часто вообще по полгода дают его пить, эти противогрибковые препараты. И в итоге все, он вам все посадит, и прежде всего он посадит вашу печень. А печень у вас одна, и ее невозможно будет ни заменить, ни что ни сделать с ней. То есть вы все будете инвалидом. Поэтому никогда не лечите грибок ногтей никакими препаратами, таблетками внутрь. Это все глупости, что грибок ходит, он там в крови, он ходит. Да это бред собачий. Если бы такое было, то там этот грибок ходит в крови, надо его оттуда вытравливать. Ничего он там нигде не ходит. Он там местно в тканях живет, и все, там организм сопротивляется. Если бы такое было, уже все грибком бы. Если бы он там внутри ходил, уже бы все грибком поразилось. Там кости, все ткани, там мозг, все бы поразилось грибком. Но это идиотизм. Я не верьте в это, что рассказывают, что нужно изнутри. Никогда не принимайте. Можете почитать на это дело, там, форумы, каких-то знакомых поопрашивать, друзей, там. И все равно вы выйдете на тот, как бы, ту истину, которую я вам говорю, что те, кто применял, типа засадили себе печень, и все, и стали просто реально больными людьми. Так что предостерегаю вас от приема таблеток от грибка внутрь. Это самое главное. А так его нетрудно лечить, просто стачивайте, покрывайте йодом, покрывайте лаком и все. Даже там слышал про уксус, ну можете попробовать, не знаю, я думаю, конечно, помогает. Но это тоже, он там будет печь вам, сжигать кожу, там неприятно, не факт, что поможет. Слышал, что уксус, допускаю, что может быть уксус помогает. А так смотрите, пробуйте. Но вот это то, что проверено, йод и там из лаков батрафен, очень, очень крутые средства. Один вообще копеечный, другой очень дорогой, поэтому ничего не рекомендую, в смысле не рекламирую, но говорю, что то помогает, 100% поможет вам. Так что будьте здоровы, не принимайте таблетки от грибков. Все, всего хорошего, до новых встреч, до новых видео. Ставьте, пожалуйста, лайк и делитесь моим видео, пожалуйста. Это лучшая благодарность за то, что я вам помог. Всего доброго, до свидания.